генеральный партнер проекта, гипермаркет строительных материалов Леруа Мерлен. Папа, кто ищет, тот всегда в Леруа Мерлен. Готовые решения для кухонь по бесспорно низким ценам в Леруа Мерлен. Доброе утро, дорогие телезрители Первого городского канала «Утро на колесах» вас приветствуют. Ну что, закончились у нас теплые осенние денечки, которые радовали солнышком и таким хорошим, по-настоящему весенним началом дня, несмотря на то, что они подошли к концу, утро на колесах продолжается, а значит, улыбки мы вам будем дарить, как и дарили раньше, несмотря на холод и дождь. Всем привет, просыпаемся, завариваем кофе, и дальше я все расскажу подробнее. Не переключайтесь. Генеральные партнеры проекта – гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» и жилые комплексы «Триумф» и «Звездный 3». Удар! Гол! 3-0 в нашу пользу! 3-0 – это «Триумф»! Нет! Вот это настоящий «Триумф»! В жилищном комплексе «Триумф» застройщик «Рекстрой» вы найдете решение всех проблем. Спешите в 76-42-52. Доброе утро, с кем еще не здоровались, мы продолжаем. 994929, телефон нашего прямого эфира. Дозванивайтесь к нам и рассказывайте, что у вас произошло интересного. А мы, в свою очередь, подарим вам множество сюрпризов и хороших новостей. Ну и начнем, конечно, с самого главного, немножечко о погоде. В течение двое суток в Калининградской области будет очень сильный ветер, поэтому желательно из дома выходить по минимуму, ну и остерегаться высоких деревьев. А именно 23 октября прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. А вот в ночь на 24 октября порывы будут достигать практически 25 метров в секунду. Поэтому, дорогие телезрители, будьте осторожнее, одевайтесь теплее, шарфы обязательно. Что касается температуры, то температура воздуха по области составит плюс 5, плюс 9 градусов по Цельсию, но, если честно, вот я сейчас стою и ощущается, ну, максимум, наверное, плюс 4 градуса. А что касается днем, то столбик термометра даже поднимется до плюс 13 градусов. В любом случае, не ведитесь на такие, на первый взгляд, большие цифры, потому что на самом деле на улице холодно. Но главное, чтобы в душе было тепло, и как раз-таки своим теплом вы сегодня будете делиться вместе с нами. Сейчас маленькая пауза, ну а после мы уже встретимся в более теплом и уютном месте. Первый раз я сегодня разговариваю с нашими телезрителями, сидя одна на этом просторном диване. Мне, кстати, очень даже нравится. Надеюсь, что мы с вами сработаемся, и вы дадите мне такую хорошую обратную связь. Ну а пока о главном, конечно же, о наших любимых спонсорах. Спонсором прогноза погоды, который я озвучивала, стоя там на улице и в дожде, является обувь Рикер. Больше легкости и простора. Покупайте удобную стильную обувь, покупайте Рикер. Для тех, кто не в курсе, ТЦ Кловер, второй этаж Хмельницкого, 19. Кстати, что касается обуви, то она нам точно понадобится. Не только удобная, но и теплая, так как в Калининграде весь день будет плюс 11 градусов, а еще целый день дождь. Поэтому зонтики, резиновые сапоги желательно, все это берем с собой под мышку и входим в этот день с удовольствием. Также благодарим нашего партнера, строительную компанию «Рекстрой». Заходите на сайт «Рекстрой.ру» и познакомьтесь с жилыми домами «Триумф» и «Звездный 3». «Рекстрой» сохраняет традиции и строит будущее. Это наш постоянный партнер. Думаю, вы даже эту текстовку уже научили наизусть. Ну, а теперь об интересном. Не только «Рекстрой» у нас строит будущее, но и
Калининградец построил целую такую маленькую историю. Житель Калининградской области Денис Штейн снял и смонтировал видео, как растут аисты, птенчики аистов. Я думаю, что наши телезрители тоже смогут увидеть это видео. В течение месяца Денис снимал на видео, как с маленьких-маленьких птенчиков в течение 38 дней уже вырастает настоящая самостоятельная птица, которая стоит твердо на своих ногах. Начал съемку Денис 31 мая, еще было тепло, показал нам, какие малыши бывают. Кстати, вопрос, как они, видимо, Денис снимал на квадрокоптер, как они не боялись этого квадрокоптера, который летал вокруг гнезда, и не клюнули Дениса в том числе по лбу, это остается загадкой. Может быть, он дозвонится к нам в прямой эфир и об этом расскажет, как проходили съемки. В Калининградской области гнездится много аистов, но мало кто видел гнездо птенцов и их рост в максимальной близости, подчеркнул автор. Сейчас, по его словам, птенцы покинули гнездышко и отправились в теплые края. Вот прям, не знаю, как вы, а я даже позавидовала этим самым птенчикам, которые сейчас нежатся, наверное, на солнышке. Согласитесь, тоже хочется поскорее в теплые края, насладиться солнцем, морем, но, дорогие телезрители, нам пока с вами это не грозит. Зато грозит интереснейший прямой эфир. Не переключаемся, остаемся на связи и потом увидим много всего интересного. Ну а сейчас маленький рекламный анонс. Расскажем вам о волшебных часах. Смотрите внимательно. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в магазине «Ультра». Рядом со мной вот замечательный представитель Алексей. Алексей, как уже известно, часы давно перестали быть стандартным аксессуаром, который только показывает время. Это уже не только дорогой аксессуар, но и даже умный помощник. Алексей, расскажите нам, что появилось новенького в мире часов и что за красота у нас сейчас лежит на столе? Это одна из последних новинок от компании Samsung. Это Galaxy Watch. Красивые, очень красивые часы. Так давайте поговорим о функционале. Что новенького здесь у нас? Они также полноценно дублируют весь ваш телефон. И не обязательно это может быть Samsung. Угу. То есть синхронизация, в принципе, с любым смартфоном. Да. Как спортивный человек, спрошу вас, ну или как любитель спорта, шагомер здесь есть? Я вот знаю, что зачастую в часах встроены все эти функции, которые помогают заниматься спортом. Да, в этих часах и шагомер, и счетчик калорий, и GPS-трекер, и есть функция даже слежения за стрессом. То есть, если у вас стресс, он выводит информацию на экран, и нужно сразу идти и есть. И тогда он выводит информацию о калориях. Ну, смотря какой стресс заедать. Со стрессами разобрались. Какие еще интересные функции есть у этого устройства? Да, кстати, у этого устройства есть еще предустановленные 39 программ для занятия спортом. То есть он вам предлагает по вашему состоянию, что лучше сейчас и чем заняться. То есть это можно, в принципе, даже не скачивать приложение отдельное, да, на смартфон, которое предлагает эти занятия, а просто на руку одеть красивый аксессуар и заниматься вместе с ним спортом. Да, так и есть. Хорошо, что еще? Данный аппарат имеет встроенный будильник. Будильник не простой, а умный. Он вас аккуратно будет с утра. Не так, как тормошит. Да, потихонечку вставайте, ваш сон кончился, вам пора на работу. И выводит информацию о том, как вы сегодня спали, был глубокий ли сон, выспались ли вы, или еще можно 5 минут поспать. Это невероятно, просто волшебная вещь. А насколько я знаю, что здесь даже есть встроенный ежедневник. Да, любые записи вы можете делать через эти часы, и они будут отображаться у вас на смартфоне. Дорогие телезрители, то есть вы понимаете, что у вас на руках не просто часы, а у вас на руках персональный секретарь, который ответит на все вопросы и даже поможет урегулировать стрессы. Тогда главный вопрос со всеми функциями. Насколько хватает зарядки? Если в простом режиме, да, то есть не сильно напрягать их, то до 4-5 дней. А если пользоваться активно, то 2-3 дня. Что же у нас насчет цены?
Цена у нас 26 999. На самом деле, дорогие телезрители, мне кажется, это небольшие цифры для собственного маленького помощника и еще и красивого и дорогого аксессуара. Не знаю, как вы, а я решила их взять для себя. Поэтому пойдемте оформляться уже. Пойдемте. Доброе утро! Теперь я могу уже во всей красе сказать доброе утро. Присоединился я к нашему эфиру. Ура! Я обследовал абсолютно все вокруг, всю атмосферу. И что? Рассказывай. Во-первых, мы сегодня находимся у драматического театра, прямо напротив, возле стадиона «Балтика» находимся. Огромное количество спектаклей ожидается у нас в Калининграде и в Калининградской области. Но сегодня хотим особенно сказать, тем более у нас есть такие вот прекрасные билеты. Два. Что Дом мне? Искусств. Это не драм-театр, но Дом искусств тоже гастроли. Кстати говоря, ребята у нас были вчера буквально в прямом эфире. Группа Viva, да? Да, вокальная группа Viva, великолепное исполнение. Поэтому сегодня мы разыграем два пригласительных именно на их концерт в Дом искусств. Пять парней у нас здесь изображены в костюмах. Представительные такие. Ты и, знаешь, наверное, поют ты красиво, знаешь, кто да? Это солисты вообще-то оперные. А, я знаю, что вчера они у нас были в гостях, да. И телезрители Первого городского канала, собственно, могли даже лицезреть их голос, и что они нам собираются показать 23 октября в 19 часов в Доме искусств. А что нужно сделать 23 зрителям? Октября, это сегодня, это уже сегодня состоится этот концерт. Мы отдадим эти два билета по телефону 99-49. Вам нужно позвонить и рассказать стих или спеть небольшой отрывок песни. Угу. А можно даже рассказать свой стих. Вот ты, кстати, не сочиняешь стихи? Нет. А вы можете. А вы наверняка сочиняете. Дозвонитесь к нам сегодня, и мы обязательно разыграем эти два пригласительных. Мы обязательно разыграем эти два пригласительных и поблагодарим вас за то, что вы к нам дозвонились и поделились частичкой своего хорошего настроения. Ну, а кого мы еще будем благодарить? Наших партнеров. Конечно. Гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен». Благодарим отдельно. Низкие цены каждый день. Кстати говоря, великолепный выбор товаров. Стремитесь в этот магазин. И, кстати, находится он очень даже удобненько, да? Да, очень даже удобненько. Закупились и быстренько на море погулять. Очень... Для того, чтобы, у вас покупки планировались, курсы валют на день сегодняшний. Евро 75 рублей 40 копеек. Ужас просто. Доллар 65 рублей 40 копеек, немножечко упал вниз. Польский злотый 17 рублей 50 копеек тоже опускается вниз. Теперь вы вооружены курсами валют и точно знаете, в чем хранить свои сбережения и что стоит покупать, а что нет. Вот новость еще одна интересная с нашего доблестного БФУ имени Канта. Родного БФУ. Да. Вот флешмобы все больше и больше набирают свою популярность, и наш замечательный университет не остался в стороне, а присоединился к набирающему популярность флешмобу Скибиди Челлендж. Это некий танец под музыку, да, от питерского коллектива, да, Little Big, называется группа питерская наша, и у них в клипе там... Есть такой символичный вот такой танец с определенными движениями. И ребята запустили свой флешмоб, и он стал просто колоссально разрастаться быстро. Наши ребята в количестве 80 человек, даже проректор даже снялся. Даже проректор, да, снялся. Это на самом говоря, деле очень весело. В этом флешмобе есть возможность посмотреть в социальных сетях, где угодно. Я думаю, что даже на наших страницах, на всех официальных, вы тоже можете увидеть этот флешмоб. И, кстати, хоть я уже не студент, но была им дважды, а вот прям хочется поблагодарить преподавателей и проректора, которые приняли участие в этом флешмобе. Очень здорово, когда преподаватели поддерживают такую инициативу студенческую и записывают такие видео. Мне кажется, это прям круто. Вот прям вот они соединяются со студентами, на одну волну переходят. Да? Есть определенное единение, да. И Первый городской точно так же не остается в стороне. Совсем скоро, буквально через небольшую паузу, к нам присоединится наш, так скажем, проректор, да, если можно так сказать, Светлана Бахтина у нас будет, коммерческий директор Первого городского телеканала. Будет замечательная с ней беседа. Помучим ее вопросами. Да, будем ее проверять.
Самое время сейчас, собственно, разыграть эти билеты, о которых мы так долго говорим. 8 часов утра, да, это волшебное время. Волшебное время, потому что вы что-то делаете, а мы вам за это дарим. Радости. Радости дарим. Значит, все очень просто. Телефон стандартный, наш любимый, 99-49-29. Вы уже можете набирать эти 6 цифр. Что вам нужно сделать для того, чтобы выиграть 2 пригласительных на концерт сегодняшнего дня? Состоится на Viva. Viva называется группа. Вам нужно дозвониться и рассказать стих. Он может быть собственного сочинения или любимого автора, например. Или спеть отрезок песни. Причем любой, и неважно, умеете вы петь или не умеете вы петь. Кстати, забегая немножечко вперед, у нас будут особые гости, да, которые нам по поводу всех вокальных штучек таких расскажут более подробно немножечко позже. Ну, а вы можете пока это сделать, как умеете. Даже если не умеете, мы вас поддержим, а Женя еще с вами подпоет. Да, да. 99-49-29 набирайте, пожалуйста, мы готовы разыграть, а в данный момент пока расскажем вам про погодные условия сегодня, потому что сегодня просто началось, прорвало, дождь пошел. И, собственно говоря, весь день в Калининграде будет плюс 11 и весь день дождь, вот нон-стопом. К сожалению, в Гданьске абсолютно аналогичная ситуация, тоже плюс 11 градусов и тоже целый день дождь. Вот в Вильнюсе плюс 13 и временами будут прояснения, хотя бы временами, а у нас прям прорва какая-то. Но жителям Калининграда абсолютно не страшен дождь, потому что у них есть волшебный наш. Да? Спонсор прогоды. Это обувь Рикер. Больше легкости и простора. Покупайте удобную стильную обувь. Покупайте Рикер ТЦ Кловер, второй этаж. Я думаю, что если мы туда сегодня зайдем и что-нибудь купим, то в принципе можно гулять под дождем и абсолютно не бояться того, что ножки промокнут или холодно им будет. Кстати, если вы в курсе, то все болезни идут от ног. Если ноги будут в тепле, значит и болезни вам не грозят. А у меня сейчас ноги в тепле. Продолжаем наши розыгрыши в данный момент. Возвращаемся. 99-49-29. Вы можете к нам звонить уже прямо сейчас. Нам нужно от вас либо стишок, либо песня. Песня. Да. И как Вероника говорила, что если вы вдруг не умеете петь, вы можете нам рассказать эту песню. Даже так, да? Да. Ну, а почему? Вообще, а условия, почему бы, да? Ну да, в принципе, не будем мы мучить, мы потому что вас любим. Кстати, вы можете не только звонить, вы можете к нам прийти. Это особенные гости, те, кто выберутся из своих теплых постелек, из-под одеяла и придут сюда к нам, стоим мы напротив драмтеатра, если вам видно. Все дольше и дольше у нас сохраняется темнота, да, по утрам. Ну, светает. Да, вставать все тяжелее и тяжелее, но это не мешает вас приветствовать нами вот в автобусе прямо напротив драмтеатра. Поэтому приходите, если идете мимо, мы с вами с удовольствием пообщаемся. Сегодня 23 октября, и, на мой взгляд, предлагаю объявить его удивительным днем. Удивительным со всех точек зрения. Вот не работает ни у кого связь. Почему-то нам никто не звонит, никто не хочет билеты на концерт группы Viva в Дом искусств, который будет сегодня уже в 19 часов начнется. Кстати, солисты, оперные солисты поют песни. И вот я бы, например, с удовольствием сходил, если честно. Два билетика у нас есть. А что нужно? Всего позвонить 99-49-29 и рассказать стихотворение. Четверостишья будет достаточно, чтобы получить два билета на концерт сегодняшнего дня в 19.00 Дом искусств. Да, кстати, билетики-то на двоих, поэтому вы можете скоротать сегодняшний вечер, провести его с пользой, с красотой и с удовольствием. Для этого всего лишь нужно позвонить нам, и мы с удовольствием отдадим вот эти билеты. А если никто не дозвонится, то с Евгением Саневым придется пойдем, идти. Да, сегодня, да, на концерт сами. Ну, в смысле, придется. Мы даже, в принципе, очень рады, да? Я с удовольствием пойду, на самом деле. Но руководство будет ругаться, поэтому давайте уже скорее дозванивайтесь, и подарим мы вам эти замечательные билетики. Самое удивительное, что как только наругаемся, мы сразу же, алло, есть у нас даже звонок, я слышу. Алло, доброе утро. Да, доброе утро. Как вас зовут? Павел. Павел, очень приятно. Как настроение у вас сегодня, Павел? Ну, осенняя погода, чудесная погода. А вы уже вышли на улицу? Вы уже на работе или вы еще дома? Я вышел, ждал автобус. Отлично. Нам очень приятно, во-первых, что нам звоните и смотрите наш эфир. Давайте так, слышали условия, да? Да.
Ну, что это будет, стих или песня? Я в ожиданиях. Ну, будет. Хорошо. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, она была. Зеленая. И летом стройная, зеленая была. А давайте споем вместе. Да. Давайте вместе сначала, да? Поехали. Ну, три, четыре. В лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Она росла. Да. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Павел, вы молодец. Вы знаете, буквально через месяц абсолютно все люди будут петь эту песню. А нас, наверное, уволят. Мы вас поздравляем, на самом деле. Много кто выключил сейчас телевизор. Отличное сольное выступление. Вы получаете эти два пригласительных билета. Мы вас поздравляем. Вы можете передать в прямом эфире привет своим любимым людям. Всем жителям, гостям нашего чудесного города. Спасибо вам, спасибо огромное за такой позитивный привет. Мы вам тоже свой привет дарим. Напоминаем, что забрать эти билетики вы можете до 9 часов утра, если придете к нам сюда, в автобус, стоим напротив драмтеатра, мимо не пройдете, потому что слишком мы уж большие и яркие. Ну и второй вариант — это позвонить по телефону 994929, и на Дмитрия Донского вам скажут, где и как вы можете забрать эти билеты. Сделайте это обязательно сегодня, потому что, напоминаем, концерт состоится уже в этот день, в 19 часов, вы должны быть в Доме искусств со своей спутницей, ну или с кем захотите. Еще раз поздравляем и переключаемся к нашим следующим гостям, музыкальным. Сегодня у нас все про музыку. Совсем скоро здесь, в прямом эфире, в нашей мобильной студии, появится Галина Клицко, она же Галина Куваева в данный момент, создатель авторской методики эстрадно-джазового вокала, потрясающая вокалистка. Вместе с ней будет Аликов Сергей, директор студии 27. Будем с ними разговаривать, будем докапываться до них с различными камерными вопросами, не пропустите. Ну и, конечно же, Леруа Мерлен, не забывайте, что пока вы смотрите «Первый городской», ваши заказы уже собирают. Леруа Мерлен – самый лучший магазин строительный, и все, что нужно, вы там найдете. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в магазине «Ультра». Рядом со мной вот замечательный представитель Алексей. Алексей, как уже известно, часы давно перестали быть стандартным аксессуаром, который только показывает время. Это уже не только дорогой аксессуар, но и даже умный помощник. Алексей, расскажите нам, что появилось новенького в мире часов и что за красота у нас сейчас лежит на столе? Это одна из последних новинок от компании Samsung. Это Galaxy Watch. Красивые, очень красивые часы. Так давайте поговорим о функционале. Что новенького здесь у нас? Они также полноценно дублируют весь ваш телефон. И не обязательно это может быть Samsung. Угу. То есть синхронизация, в принципе, с любым смартфоном. Да. Как спортивный человек, спрошу вас, ну или как любитель спорта, шагомер здесь есть? Я вот знаю, что зачастую в часах встроены все эти функции, которые помогают заниматься спортом. Да, в этих часах и шагомер, и счетчик калорий, и GPS-трекер, и есть функция даже слежения за стрессом. То есть, если у вас стресс, он выводит информацию на экран. И нужно сразу идти и есть, и тогда он выводит информацию о калориях. Ну, смотря какой стресс заедать. Со стрессами разобрались, какие еще интересные функции есть у этого устройства? Да, кстати, у этого устройства есть еще предустановленные 39 программ для занятия спортом. То есть он вам предлагает по вашему состоянию, что лучше сейчас и чем заняться. То есть это можно, в принципе, даже не скачивать приложение отдельное, да, на смартфон, которое предлагает эти занятия, а просто на руку одеть красивый аксессуар и заниматься вместе с ним спортом. Да, так-то есть. Хорошо, что еще? Данный аппарат имеет встроенный будильник. Будильник не простой, а умный. Он вас аккуратно будет с утра. Не так, как тормошит. Да, потихонечку вставайте, ваш сон кончился, вам пора на работу. И выводит информацию о том, как вы сегодня спали, был глубокий ли сон, выспались ли вы, или еще можно 5 минут поспать. Это невероятно, просто волшебная вещь. А насколько я знаю, что здесь даже есть встроенный ежедневник. Да, любые записи вы можете делать через
эти часы, и они будут отображаться у вас на смартфоне. Дорогие телезрители, то есть вы понимаете, что у вас на руках не просто часы, а у вас на руках персональный секретарь, который ответит на все вопросы и даже поможет урегулировать стрессы. Тогда главный вопрос со всеми функциями. Насколько хватает зарядки? Если в простом режиме, да, то есть не сильно напрягать их, то до 4-5 дней. А если пользоваться активно, то 2-3 дня. Что же у нас насчет цены? Цена у нас 26 999. На самом деле, дорогие телезрители, мне кажется, это небольшие цифры для собственного маленького помощника и еще и красивого и дорогого аксессуара. Не знаю, как вы, а я решила их взять для себя. Поэтому пойдемте оформляться уже. Пойдемте. Только что у вас была уникальная возможность лицезреть наиумнейшие часы, которые могут фиксировать, как мы уже выяснили, и сон, и стресс, и, собственно, уровень вашего счастья, и сколько вы съели, и много что другого. Только что, наверное, эти часы не могут научить петь. Да, вот они уже. У нас в гостях замечательные люди. Галина Куваева. Привет, Галь, создатель авторской методики эстрадно-джазового вокала. И Аликов Сергей, прошу любить и жаловать, директор студии 27. Доброе утро. Очень приятно с вами познакомиться. Как вообще проснулись сегодня? Да замечательно, такая замечательная погода хорошая, восхитительный дождь, такие звуки капель по лужам, это просто... Вот мечта. Что значит творческие люди, которые... Вот сочетание это какое придумал. Восхитительный дождь. Это, что это за такое вообще? Все плачут, подававшись. Восхитительный дождь. Нет. Как же это так можно? Давайте. Сейчас уже там все во внимании. Наверняка просто в любопытстве сейчас умрут. Да, самое важное. Вокально-музыкальный проект «Самый лучший день». Что за проект? Расскажите, почему такое название и связано ли оно как-то с песней Лепса? Отличный вопрос. Да. Не будем лукавить, с песней Лепса немножко связано, потому что это достаточно распространенная песня, которую очень любят петь в караоке дома. Ну, это хитяра, конечно. Да, такой. Это хит. Вот. И мы решили, так назвать проект, чтобы было хотя бы направление, в каком ракурсе, да, воспринимать этот проект. Да. Ага. Многие люди просто сидят дома, и им, может быть, очень сильно хотелось петь, либо они смущаются, либо они давно мечтали, но никак не дойдут до вокала. А тут Новый год, и как раз-таки нужно нам сделать так, чтобы люди осуществили свою мечту. И, возрастные какие-то есть критерии? Возрастных нет никаких абсолютно критерий. То есть критерий, любой желающий, да, может? Ну, желательно не до 3 лет. А, то есть, люди, вот, да, когда тебе 2,5, но ты уже созрел, да? Да, то есть не до 3 лет. Да, то есть пока нельзя, да, я понял. 2 месяца мы обучаем людей вокалу. Есть индивидуальные занятия по технике вокала, групповые занятия будут. И записываем песню на студии, которую человек сам захотел, которую выбрал, которую с ним подготовили. И эту же песню для самых смелых они могут исполнить на концерте, на заключительном. И мы им вручим диск. Круто. Но даже если не исполнить, все равно вручим диск, потому что люди очень старались. Очень многие приходят к нам в студии, вот к Сереже, ко мне, и упирается всегда иногда в финансовые возможности, иногда во временные возможности. Здесь 2 разных местоположения, в которых мы можем проводить занятия. Это у Сергея на студии, студия 27, и в Gala Music студия. Опять же, по времени тоже достаточно лояльно все, а по сумме это вообще просто сказка. Мы придумали максимальное решение для такого минимального бюджета вложений. Ну-ка. Давайте не будем, оставим интригу. Пусть идут и узнают. Да, хорошо. У меня вот сразу возник первый вопрос. Учитывая, что Сергей у нас является директором собственной студии, Галина является директором, что же вас объединило? Ведь вы, по сути-то, конкуренты. У вас, наверное, у каждого свои клиенты, так сказать. Как вы пришли вообще к тому, чтобы... На самом деле, не совсем мы конкуренты, потому что есть модель бизнеса вертикальная, когда идет жесткая конкуренция и все остальное. Демпингами, там, с там с рейдерскими захватами. Ну, естественно. А есть горизонтальный бизнес, где маленькие, небольшие предприятия объединяются. То есть объединение проектов. Да, да. И
всегда найдутся точки соприкосновения, где можно совместно заработать, принести что-то новое. Пользу что-то... и радость да, людям, да? Да, да, в первую очередь. А студия 27, расскажите, как она образовалась, ваша студия? Вообще, существует уже давно, да, видимо? Да, существует довольно давно, но изначально образовалась таким образом, что много музыкальных инструментов скопилось в квартире для проведения квартирников, потому что собираются друзья, приходят, играют, барабанят. Просто места не хватало. Основная причина. Ну, все это выяснили. Давайте студию сделаем. Давайте студию сделаем. 27, потому что 27 инструментов? Соседи стали возмущаться и сказали, что хватит, мы больше не можем этого терпеть. И на самом деле младшая дочка родилась 27 сентября, поэтому название студии, да. Классно. Это, в общем-то, ну... Хозяйка студии, скажем хозяйка, так. Маленькая хозяйка, да, студии. Маленькая хозяйка студии. Расскажите тогда нам, сколько по времени вообще, сколько времени нужно, чтобы человек, допустим, вот я не умею петь, сколько мне нужно времени, чтобы научиться это делать так, чтобы люди не закрывали уши, не уходили и не переставали со мной дружить? Они не из-за этого уходят. Из-за этого, нет. Я знаю. Ну, это как раз-таки методика, которую я разработала. По ней, в принципе, можно понять, что делать, и самые элементарные песни можно будет петь, это нужно на это потратить месяца два, так же, как у нас будет длиться и наш проект. То есть человек выбирает песню, и в эти даже два месяца мы укладываемся, чтобы ее и записать. А как часто вообще занятия в эти два месяца? А занятия, это уже индивидуально разрабатывается программа под каждого, да. Есть групповые занятия, и тоже будет небольшими группами, где человек сможет выбрать, куда прийти, в какую группу, по времени ему удобнее, а остальные индивидуальные именно под людей планируются конкретно, потому что время там с понедельника по воскресенье, с 8 утра до 10 вечера любое можно выбирать. Слушайте, ну вы на самом деле очень крутую идею придумали. Или я вам скажу, как ну, человек так или иначе близкий к музыке, мне вот что интересно, что у нас на самом деле достаточное количество артистов, и ну, вам ли не знать, к вам на студии приходят, да? А вот молодежь сейчас больше стремится петь, но даже на всем нам известном канале показывают конкурсы, там, например, 60+, то есть люди, которые, например, уже ну, ближе к пенсионному возрасту, но начинают петь впервые. Вот как часто в студии приходят такие люди на сейчас? Постоянно. У меня самые младшие дети. Вот они постоянно. У меня самые младшие дети это 3 года, как я уже сказала, да. Самые младшие дети 3 года, а самые старшие дети у меня 75 лет бывают, да. То есть, ну и средний контингент, конечно, это все-таки возрастные люди, потому что, ну, которые сами приходят, потому что, естественно, детей приводят родители, а те, кто сами приходят, это уже взрослые люди. Их достаточно много, они достаточно часто по разным совершенно причинам. Кто-то хочет подарок, песню подготовить, кто-то хочет для себя, всю жизнь мечтал, но никак не мог научиться, либо не мог дойти. Давай покажем, ну вот в прямом эфире. Галина Куваева, ну, говорим, что-нибудь, вот, ну, давайте, чуть-чуть. Про давайте. Дождик. Давайте. Ты меня позвал, я здесь, чтобы ты узнал, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнала через мили и века, вот тебе моя рука, ты позвал меня, чтобы я тебя узнала, полетели сквозь окна, занавешенные дождем, чтобы ты не промок, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем, чтобы ты не сгорел, я буду твоим дождем. А-а-а. Вот так-то, самый лучший день, вот так называется курс. Если действительно по-настоящему хотите петь, все туда. Куда обращаться? Студия 27. Студия 27. Какой адрес? Адрес Нахимова 2. Так. Это прекрасный район Малинау. Нахимова 2 и... Нарская 47Б. Нарская 47Б. Еще расскажите, вот такие у нас есть замечательные флеера. Что они позволяют и с ними ли нужно к вам они сходить? Они дают большую скидку 20% на наш курс. Их буквально совсем немного. Они будут разыгрываться в вашем эфире, я думаю. За ним придется побороться, смотрите. 20% скидка на то, чтобы, ну, на мой взгляд, осуществить свою мечту и, наконец, перестать петь в душе, а выйти на большую сцену. Спасибо вам огромное, что нашли огромное время, что пришли. Спасибо к нам. Не переключайтесь, сейчас вот совсем немножечко рекламы, и мы продолжаем здесь, в эфире Первого городского.
Мы хотим в очередной раз поблагодарить нашего партнера, строительную компанию «Рекстрой». Заходите на сайт rekstroy.ru и знакомьтесь с новыми жилыми домами «Триумф» и «Звездный 3». «Рекстрой» сохраняет традиции и строит будущее. А что у нас строится по погоде? Какое будущее мы должны построить на сегодняшний день, чтобы как-то ей соответствовать? Давай расскажем калининградцам, что вас ждет. Плюс 11 градусов, весь день дождь. В Вильнюсе ситуация та же самая, нет, в Гданьске та же самая, тоже плюс 11 и тоже дождь, а в Вильнюсе плюс 13 и да. Дождь временами. Временами прояснения, ну вот это вот временами прояснения говорит о том, что никаких прояснений не будет, но есть шанс, если вы выйдете сегодня из дома с зонтиком, то может быть дождь даже прекратится. И, кстати говоря, по поводу будущего, которое вы можете строить самостоятельно, спонсор погоды обувь Ritter. По-настоящему вот действительно замечательная, теплая, надежная обувь. Больше легкости и простора. Покупайте удобную и стильную обувь, покупайте Ritter в торговом центре Кловер на втором этаже. И на Хмельницкого 19, кстати говоря, тоже можно купить Ritter. Да, кто ближе к чему находится, может запастись. Я вот, допустим, очень хочу наконец-таки купить резиновые сапоги. Вот мне кажется, вот в них вступил и вообще ничего ни почем. Ты знаешь, что в Калининграде вообще производят огромное количество товаров. Не только резиновые сапоги, которые тебе нужны, и мебель, и вообще кучу всяких, и мясную продукцию. Кстати, по этому поводу в Калининградской области создают, во-первых, то, что мы покупаем. И здесь у нас на Первом городском стартует проект, который называется... Калининградский продукт он называется. Более того, уже телезрители могли услышать, если вы внимательно смотрите шоу «Утро на колесах», могли услышать реплики самого руководителя проекта о том, как это будет происходить. А происходить это все будет достаточно серьезно. Действительно, выбираются калининградские производители, которые делают местный продукт. Это может быть все, что угодно. Кстати, именно поэтому мы невзначай перешли от обуви к колбасе. В общем, любой продукт питания, будь то сладости, сыры и так далее, неважно, вы можете подать заявку на участие в этом проекте, и в конце состоится конкурс, где будет выбран лучший производитель. Потому что это телепроект премия. Да, вообще, не будем... 4 месяца будут биться, и мы будем все показывать, естественно, на Первом городском телеканале. Я думаю, что откроется огромное количество талантов и начинающих бизнесменов, стартаперов, которые действительно делают качественные вещи, но пока, может быть, о них не знают. Если вы присоединитесь и вы к этому числу, собственно, придете, то, возможно, мы о вас узнаем, и вы станете популярными, и инвесторов к себе привлечете. Победителя, кстати говоря, будут выбирать в январе 2019 года по итогу, поэтому смотрите, пожалуйста, телепроект «Премия. Калининградский продукт» на Первом городском телеканале. С октября по январь, да, смотрите и участвуйте. Самое главное, участвуйте, смотреть-то мало. Да, давайте, кстати, посмотрим ролик по этому поводу. Давайте. Кто делает местные продукты и завоевывает сердца потребителей? Как в Калининграде создают то, что мы покупаем? Телепроект «Премия». Калининградский продукт. Про тех и от лица тех, кто делает бизнес. Главный приз победителю – 1 000 000 рублей на рекламу. Калининградский продукт. Смотри на Первом городском. У нас очередной гость невероятно интересный. Видели бы вы за пределами эфира, как Вероника его пытала вопросами, потому что их просто невероятное количество. Михаил Романенко, путешественник. Доброе утро. Здравствуйте. Сейчас мы позиционируем вас как путешественника. Ну, давайте, повторите это, да, давайте начнем. Во-первых, хочется сказать, что Михаил высылал для Первого городского эксклюзивные сюжеты не откуда-то, а прям из Африки. Расскажите для начала, чтобы телезрители понимали, в чем ваша цель. То есть вы не просто путешественник по Европе и по странам там тепленьким, а где и по каким? Ну, начну с того, что концептуально мне нравится путешествовать на машине. Соответственно, автомобильные путешествия для меня вот это приоритет. Ну, это в первом. Во втором, я не люблю посещать туристические места, потому что там все были, все видели, все неинтересно. Мне нравится куда-то что-то такое эксклюзивное, где
было мало людей, где тяжело добраться, где есть то интересное, что могу видеть только я. То есть не туристические маршруты, маршруты, ну не только, но мы их не исключаем, да, но в основном мы стараемся делать такие маршруты, где туристов нет. Угу. Это как бы достает свою изюминку. Вот. Вот задам этот вопрос, вы говорите все время мы, кто такие мы? Ну, я бы разбил свои путешествия на две части. Есть большой глобальный проект Алексея Камерзанова, это новосибирский путешественник, который создал проект «Мир наш», цель которого на машине проехать кругосветку. Вокруг всех континентов. То, да. О чем все мечтают, а кто-то делает. Да, и вот я попал в их команду и очень счастлив тому, что присоединился вот к этим замечательным ребятам. Этот проект сотонул 3 года назад с Новосибирска. Люди на машинах выехали и проехали на сегодня уже 70 тысяч километров. 26 стран. Да, 26 стран. Вот 3 дня назад мы поставили там свои машины в танзанийском городе Дар-эс-Салам на берегу Индийского океана. Сколько у вас человек? Нас 12 человек. Только которые мужчины? Путешествуют. По-разному. Бывают страны более безопасные, более комфортные, где с нами путешествуют и женщины. Ну, без них скучно. Ну да, женщины повеселее. А вы сказали, это первая команда, а есть еще какая-то? Есть еще там наше локальное путешествие, где я путешествую помимо проекта кругосветного, кругосветной автомобильной экспедиции «Мир наш», я путешествую там по Карелии, Кольский полуостров, там Алтай и всевозможные места, где можно доехать за короткий промежуток времени. То есть это сам, без команды? С другими командами, с другими членами присоединяются люди со всех городов, со всех регионов России. Те, которые со мной путешествуют в кругосветном путешествии «Мир наш», те, которые живут в Калининграде. Короче, любые желающие могут, вот кто желает, присоединиться да, слушайте, и поехать. Слушайте, ну это очень круто. Михаил, куда дальше? Ну, глобально это будет 6-й этап нашей автомобильной кругосветки. Мы из Танзании доедем до ЮАР, пересечем там ЮАР, да, Мозамбик, Зимбабве, Малави, Свазиленд, Лесото. Вот эти вот страны мы проедем на машине, закончим свой 6-й этап в ЮАР. Как вообще все это происходит у вас? Я вот не понимаю. Вы же снимаете еще фильм параллельно, да? То есть это будет документальный фильм, как вы сказали, будет премьера в кинотеатре, да? Все. Да, каждый... Как вообще происходит это все? Вот вы приехали в страну, что вы там делаете? Букингом пользуетесь? Конечно. Мы пользуемся всеми подручными средствами, которые... У вас там есть какие-то остановки? Ну, вот как вообще все это происходит? Как у вас все устроено? Итак, для начала у нас есть полгода для очередного этапа, когда планируется маршрут. Это примерно набрасываются города, которые мы будем проезжать, страны и те интересные места, которые мы можем посетить. Так. Вот. Дальше, исходя из ситуации, потому что те страны, которые мы проезжаем, там ситуация, она может меняться. Там, ну, вот где-то там военный переворот, где-то что-то еще случилось, где-то наводнение. Мы корректируем уже ближе к поездке, прилетаем в тот город, где оставили машины предыдущего этапа, и начинаем стартовать. Конечно, не всегда получается следовать маршруту из каких-то вот форс-мажорных ситуаций, но в основном мы придерживаемся его. И во время всего этого трипа мы снимаем видео, которое впоследствии, из которого впоследствии получается красивейший там, фильм о нашем путешествии, который мы потом показываем людям. То есть этот фильм, там вы показываете виды этих стран или колорит вообще, традиции? Мы рассказываем о нашем путешествии, о команде, о том, на чем мы едем, где мы едем, что мы видим, как живут люди, как нас встречают, какая обстановка вокруг. То есть, в общем, реалии все, нечто, да? То есть да, это вот очень честная, да. Собственно говоря, оценка ситуации сейчас. Абсолютно. И я думаю, что именно, круто. Наверное, после просмотра такого ролика и фильма меняется картинка, да, о представлении о этих странах. Вы нам за кадром, да, уже сказали, что совершенно разное то, что, ну, кажется, что там вас ждет. Ну, есть, да, некий образ, да, картинка, видение. Абсолютно, абсолютно. И, например, я пристрастился к автомобильным путешествиям, посмотрев там один из фильмов, например, да, там, чей-то путешествие. Потом я вот наткнулся на сайт Алексея Пинозанова, того человека, который, в принципе, вдохновил меня на кругосветку, вот, который взял меня вместе с собой. Посмотрел их фильмы о предыдущих путешествиях, и все, и для меня это стало какой-то там вот целью жизни. То есть я не успел приехать на путешествие, уже планирую другое. А вы бывали, да, в диких условиях, совершенно в диких? Понятно, что вы продумываете маршрут, а так, что прям вот, ну, все. В основном, как только мы покинули какую-то цивилизационную там европейскую часть, да, начинаются дикие маршруты, и чем дальше ты залазишь на юг, тем более это дикая обстановка, то есть тебя нет там, ну, ни отелей, ни гостиниц, приходится как-то там, да, проезжать те места, которые, ну, запрещены вообще для проезда, бывает там. А можете вот совет дать человеку, допустим, ну, тут, ну, форс-мажор, да, действительно случился, попал он в дикие вот совершенно условия, вот буквально пару советов, что ему необходимо, как себя вести?
везет только тем, кто подготовлен. Ну, естественно. Соответственно, да, надо первое не паниковать, второе оценить ситуацию, и третье, вы всегда выберетесь из нее, если не будете делать необдуманных поступков. Спокойно, тихо проанализировать и... Мне кажется, это вырабатывается только со временем, наверное. Наверное, да. Это надо какой-то опыт, спокойствие. Ну и самое главное, это команда, которая с тобой, потому что путешествовать с командой всегда проще. Кто-то всегда протянет руку помощи. Конечно. Уже я спрошу, я не знаю, что у нас там по эфирному времени, но не спросить не могу. Вот что-то из запоминающего, вот прям курьезное, форс-мажорное какое-то такое обстоятельство, которое немножечко вот... вас на памяти, вас, может быть, сбило с пути или выбило немножко из равновесия? Например, это было буквально там месяц назад, это была Эфиопия, это впадина Данакиль, мы ездили посмотреть, заглянуть в жерло действующего вулкана, понимаете, что туристических трипов таких не может быть, да, когда ты вот через лаву заглядываешь, и там все это кипит. Обратно возвращаясь, нам надо было какой-то маршрут, проехать по пустыне. Ну, пустыня и пустыня. Три машины едут по пустыне, а одна из них забуксовала. Ну, мы как это бы... при том, что у вас, наверное, машины с большими колесами, конечно, да? Конечно, да. И поэтому мы как бы спокойно сейчас вытащим. Вот мы встали, там привязали какие-то тросы, готовы вытаскивать. И наш местный проводник стучит по плечу и говорит: ребята, цунами. Мы поворачиваемся, и на нас идет большая волна воды в пустыне. Обалдеть! У меня аж мурашки побежали. Что вы делали? Ну, конечно же, мы побороли панику. Мы смогли оперативно, командно вытащить эту машину, вырваться на какой-то там более высокий участок и потихонечку, убежая на двигающуюся волну, отойти в сторону. Просто причиной стало элементарные дожди, которые шли там долгое время в каком-то горном местности, наполнили какое-то водохранилище, его просто сбросили, вся эта волна пошла в пустыню. Я хотела сказать, возьмите меня с собой. Вы снимали, вы это снимали на видео? Конечно, все это будет обязательно в фильме. Вы представляете, просто каким нужно обладать самообладанием, да, и какое нужно иметь для того, чтобы, спасаясь от цунами, быстренько, оперативно вытащить машину и заодно снимать фильм. Конечно, я там об этом рассказываю сейчас довольно спокойно. У нас есть там вообще другая ситуация. Очень эмоциональный там пост, да, там в Фейсбуке у нашей команды, там Алексей Камерзанов, о том, как это происходило на самом деле, поминутно. Потому что все это стоит у каждого в памяти, как это было. Это вот яркое впечатление. Слушайте, ну это какие-то вообще невероятные вещи вы рассказываете. А когда вы планируете закончить съемку фильма документального? Когда вообще, в принципе, может быть премьера? У нас, получается, фильмы выходят после каждого этапа. Вот, например, на конце ноября мы планируем сделать премьеру фильма третьего этапа, когда мы проезжали Иран, Пакистан, Азербайджан. Вот тот этап мы закончили в прошлом году, и вот в конце ноября будет премьера этого фильма. А так уже можно посмотреть первых два фильма. Где? На сайте камерзанов.су или в интернете, в ютубе просто набрать Камерзанов, канал Алексея Камерзанова. Там все красивейшие наши фильмы о кругосветке есть. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что нашли время в невероятно плотном графике наверняка. Да, самое главное, что не бойтесь путешествовать. Это классно. Если не получается или нет какого-то там вот толчка, пишите, звоните. Вот особенно калининградцы. Мы здесь, у нас есть классное помещение, где мы встречаемся. Где? Это автосервис, он же клуб, где собирают большие машины, называется 4x4 Travel Club. Угу. Это можно посмотреть у меня на сайте romanenko.club. И то есть там у вас есть все свой контакты, сайт, да, все фильмы. Да. Михаил Романенко, путешественник. Возьмем с собой. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вы не переключайтесь, мы продолжим через маленькую паузу здесь. А я же позадаю вопросы. Мы благодарим нашего партнера, раз уж мы в эфире, сразу же пользуясь случаем. Благодарим нашего генерального партнера, гипермаркет строительных материалов Леруа Мерлен. Смотрите Первый городской, а в это время Леруа Мерлен мог бы уже собирать ваш заказ, кстати говоря. Да. Да. Как-то быстро мы в эфир вышли. В Калининграде во время благотворительной экскурсии собрали почти 15 тысяч рублей. И собрали их не на что-то, а на наших любимых домашних животных. На самом деле это очень-очень важно. Я вот, когда маленькая была, всегда мечтала построить приют для бездомных животных. Вот это прям моя такая мечта, и до сих пор она у меня есть, и я надеюсь, что я ее реализую. Потому что животные, вот они не могут сами за себя постоять, как люди. Их нужно кормить, они не могут сами найти себе еду, они не могут зайти в магазин. Это же
так грустно? Нет, могут зайти в магазин, могут своровать хлеб. У нас даже был сюжет про собаку в одной стране, которая зашла в магазин, собственно, забрала хлеб и убежала. Даже никто не смог ее остановить. Ну, в любом случае, хочется их защищать, холить или леять. Ребята молодцы, целых 15 тысяч собрали. Благотворительный, да. И это было в ходе благотворительной экскурсии. Такая экскурсия уже проводилась у нас ранее в Калининграде. Там была собрана, ну, там собирали мясо для собак и тоже какое-то нереальное количество килограмм собрали. Спасибо большое, уважаемые калининградцы и организаторы таких благотворительных экскурсий за то, что вы вообще занимаетесь настолько благим делом. Да, Наталье Котовой именно хочется сказать спасибо именно за эту благотворительную акцию. Она ее проводила. Взносы за участие пойдут на различные хозяйственные принадлежности. И все они пошли в приют «Балтика-39». Более того, в ближайшее время волонтеры даже отчитаются за каждую копеечку, если, ну, кого-то это очень волнует и интересует. Все статьи расходов будут опубликованы, вы это сможете увидеть, ничего не пойдет мимо, все пойдет для кошек. Ну, здесь для кошек, ну, а так и для кошек, и для собак, и для всех бездомных животных. Мы, как всегда, в курсе всех новинок в мире технологий, кстати говоря. А тебе сейчас расскажу, прям аж приятно. И тут, и там буквально показывает. На днях вот вышли новые часы, а ты уже успела их посмотреть. Я их даже потрогала. Репортаж там вы уже сняли с магазинов «Ультра», естественно, завидую тебе. Давайте посмотрим. Это невероятно, ребят, смотрите внимательно. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в магазине «Ультра». Рядом со мной вот замечательный представитель Алексей. Алексей, как уже известно, часы давно перестали быть стандартным аксессуаром, который только показывает время. Это уже не только дорогой аксессуар, но и даже умный помощник. Алексей, расскажите нам, что появилось новенького в мире часов и что за красота у нас сейчас лежит на столе? Это одна из последних новинок от компании Samsung. Это Galaxy Watch. Красивые, очень красивые часы. Так давайте поговорим о функционале. Что новенького здесь у нас? Они также полноценно дублируют весь ваш телефон. И не обязательно это может быть Samsung. Угу. То есть синхронизация, в принципе, с любым смартфоном. Да. Как спортивный человек, спрошу вас, ну или как любитель спорта, шагомер здесь есть? Я вот знаю, что зачастую в часах встроены все эти функции, которые помогают заниматься спортом. Да, в этих часах и шагомер, и счетчик калорий, и GPS-трекер, и есть функция даже слежения за стрессом. То есть, если у вас стресс, он выводит информацию на экран. И нужно сразу идти и есть. И тогда он выводит информацию о калориях. Ну, смотря какой стресс заедать. Со стрессами разобрались. Какие еще интересные функции есть у этого устройства? Да, кстати, у этого устройства есть еще предустановленные 39 программ для занятия спортом. То есть он вам предлагает по вашему состоянию, что лучше сейчас и чем заняться. То есть это можно, в принципе, даже не скачивать приложение отдельное, да, на смартфон, которое предлагает эти занятия, а просто на руку одеть красивый аксессуар и заниматься вместе с ним спортом. Да, так-то есть. Хорошо, что еще? Данный аппарат имеет встроенный будильник. Будильник не простой, а умный. Он вас аккуратно будет с утра. Не так, как тормошит. Да, потихонечку вставайте, ваш сон кончился, вам пора на работу. И выводит информацию о том, как вы сегодня спали, был глубокий ли сон, выспались ли вы, или еще можно 5 минут поспать. Это невероятно, просто волшебная вещь. А насколько я знаю, что здесь даже есть встроенный ежедневник. Да, любые записи вы можете делать через эти часы. И они будут отображаться у вас на смартфоне. Дорогие телезрители, то есть вы понимаете, что у вас на руках не просто часы, а у вас на руках персональный секретарь, который ответит на все вопросы и даже поможет урегулировать стрессы. Тогда главный вопрос со всеми функциями. Насколько хватает зарядки? Если в простом режиме, да, то есть не сильно напрягать их, то до 4-5 дней. А если пользоваться активно, то 2-3 дня. Что же у нас насчет цены?
Цена у нас 26 999. На самом деле, дорогие телезрители, мне кажется, это небольшие цифры для собственного маленького помощника и еще и красивого и дорогого аксессуара. Не знаю, как вы, а я решила их взять для себя. Поэтому пойдемте оформляться уже. Пойдемте. Ну что, может, о погоде поговорим? Мы специально вышли на улицу для того, чтобы поговорить о погоде. Для того, чтобы в прямом эфире Первого городского телеканала вы реально видели картинку того, что происходит. Итак, в Калининграде сегодня плюс 11 и постоянно весь день дождь. Берите зонты, одевайтесь теплее и вообще не выходите сюда никогда. А в Гданьск, кстати, тоже можете не ехать, потому что там плюс 11 и тоже постоянный дождь. У вас есть небольшие шансы в Вильнюсе. Там сегодня плюс 13 и дождь обещают временами, но не факт. Но не факт, вот. Да. А нам, на самом деле, все равно, потому что спонсор прогноза погоды Рикер. Обувь Рикер надежная, теплая, сухая. Больше легкости и простора. Если вы хотите так же, то приходите в ТЦ «Кловер» на второй этаж, либо на Богдана Хмельницкого, 19. Покупайте не только удобную, но и стильную обувь Рикер. Да, в конце нашего прямого эфира хотим рассказать про лису, которая появилась в британском городе Кент, который называется. Кент, да. Кент. Она не просто появилась в этом городе, она появилась на крыше трехэтажного здания. Разгуливала по черепице, так сказать. И не просто разгуливала, она разгуливала там 4 дня. Самое удивительное, что она разгуливает там до сих пор. Потому что местные жители начали ее подкармливать и выкладывать ей всякую еду на крышу, закидывать. Да, на самом деле... Здравствуйте. Здравствуйте. У меня муж выиграл. Очень хорошо. Да, это прекрасно. У нас прямой эфир идет, мы вас его поздравляем. Да, хорошо. Так вот, это лиса. Продолжаем, на самом деле, про лису. Живет он до сих пор и... Не хотят ее снимать с крыши в данный момент. Кстати, власти, что... да, даже не знают, как она туда попала. И чтобы... немножечко тебя перебью. Почему ее не хотят снимать? Потому что тем самым они животному причинят стресс. А чтобы этого не произошло, и чтобы они она хотят, да, чтобы была в комфорте... лисица спустилась тем же путем, сама, которым забралась туда самостоятельно. Вот молодцы. Да, только в двух случаях они сказали, что ее снимут. Первый случай – это если она там просидит очень долго. И второй случай – если они почувствуют, что, ну, что-то пошло не так, и ей там дискомфортно. Ну, а мы не можем просто не пустить этого человека в эфир. Идите уже к нам, вот они, прелести этого прямого эфира. Передумали почему-то. Передумали почему-то. Мы хотим поблагодарить нашего партнера, строительную компанию «Рекстрой». Заходите на сайт rekstroy.ru и знакомьтесь с новыми жилыми домами «Звездный» и «Триумф». Да, и, кстати, по улицам нашего города не бродят лисы, как по улицам Лондона, и в этом тоже плюс. Это для тех пессимистов, кто не хочет сегодня никуда выходить и говорит, что у нас ужасный город. Хотя бы вот 10 тысяч лис у нас по ночам не гуляют. Уже радуйтесь, дорогие, да, телезрители, это уже хорошо. Просто одевайтесь теплее. На сегодня это все, чем хотели с вами поделиться. Хорошего вам дня, несмотря на дождливые условия, но тем не менее счастливого дня. Сегодня а мы с вами... пошли в театр. Да, да, сегодня с вами работала Вероника Скачева. И Евгений Санеев дарил вам хорошее настроение. Всем хорошего дня, пока, пока. Генеральные партнеры проекта – гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» и жилые комплексы «Триумф» и «Звездный 3». Папа! Кто ищет, тот всегда в Леруа Мерлен. Готовые решения для кухонь по бесспорно низким ценам в Леруа Мерлен. Удар! Гол! 3-0 в нашу пользу! 3-0 – это триумф! Нет!
Вот это настоящий «Триумф». В жилищном комплексе «Триумф» застройщик «Рекстрой» вы найдете решение всех проблем. Спешите в 76 42 52.